Комфортные и безопасные условия труда, здоровый морально-психологический климат, заинтересованность каждого человека в выполнении поставленных перед предприятием задач, участие в общественной деятельности, в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, оперативное освещение жизни первичной организации – это главное направление деятельности отраслевого профсоюза. Об этом сообщили на отчетной конференции первичной профсоюзной организации в филиале «Сморгонские молочные продукты». Сегодня Гродненская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса насчитывает порядка 93 тысяч членов из более чем 450 первичных организаций. Ежегодно в первом квартале активно проходит отчетная кампания. Все первичные организации проводят собрания. 20 марта состоялось значимое событие и в жизни первичной профсоюзной организации сотрудников предприятия «Сморгонские молочные продукты». Отчетная конференция. В ходе встречи детально проанализировали результаты работы за прошлый год. Был рассмотрен ряд актуальных вопросов, а также намечены планы на текущий. В мероприятии принял участие Рамуальд Юровский, председатель Гродненской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Сегодня собрание проходит на Сморгонских молочных продуктах. Предприятие успешное, как, впрочем, и большинство наших предприятий переработки, мясокомбинаты, молочные заводы. Членство профсоюзное в этой организации 100%, то есть каждый работник является членом профсоюза. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди видят заинтересованность, видят о том, что о них заботятся, о том, что с ними работают, и видят пользу от профсоюзного комитета и вообще от наличия, от того, что они состоят членами профсоюза. Что же касается отрасли в целом, сельского хозяйства республики, прошлый год, 22-й, был очень таким продуктивным. У нас получен в Гродненской области рекордный урожай зерна, такого никогда раньше не было. А в целом в Республике Беларусь агропромышленный комплекс по экспорту продукции занял второе место среди всех других отраслей промышленности. Продовольственную безопасность страны давным-давно мы обеспечили. Сегодня производим продукции с избытком. Результат работы любой первички всецело зависит от слаженных действий каждого. Филиал «Сморгонские молочные продукты» – это дружный и сплоченный коллектив единомышленников. Совместно проводимые первичной профсоюзной организацией и администрацией мероприятия по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работающих способствуют стабильной работе коллектива, созданию здорового морально-психологического климата. Сморгонской районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса на сегодняшний день насчитывается 25 организаций. И уже вот одна организация состояла собрание и подали документы на 26-ю организацию. Это по ритуальных услугах Размыслович Александр Иванович. У нас на сегодняшний день так разделилось 13 организаций профсоюзных, это государственного сектора, и 12 частных, которые мы создали. Численность составляет на сегодняшний день 3007. Идет активная работа по увеличению членства профсоюзов агропромышленного комплекса.